Эпидситуация в республике продолжает оставаться напряженной. За последние сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 10735. Из них 6587 человек выздоровели. 917 сегодня госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей. В течение нескольких недель, можно сказать, держится цифра от 82 до 90. Это дает какую-то надежду на стабилизацию ситуации. Но в то же время эти большие цифры говорят о том, что мы не до конца соблюдаем те правила, которые нам рекомендуют и Роспотребнадзор Российской Федерации, и Министерство здравоохранения Российской Федерации, и оперштаб по Карачаево-Черкесской Республике. Очень многое зависит от нас. И все, что зависит от медицинского сообщества республики, на сегодняшний день все наши коллеги работают в очень сложной ситуации и в очень напряженном режиме. Я знаю, что подавляющее большинство жителей республики позитивно относятся к работе моих коллег. Есть, конечно, недостатки, но чем мы можем помочь друг другу на сегодняшний день? Это соблюдением всех тех мер, это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, тем, что мы будем беречь друг друга. Вот это самое главное у нас на сегодняшний день. И я уверен в том, что вместе мы все победим.